здравствуйте, а где же у вас 83-й номер? У нас преподаватель фамилию. Да, не знаю фамилию. Кирова, 80. Да ну откуда же я знаю, я такси. 83-й номер. Это двухэтажный, наверное, 83-й. Ну, номер 83-й, у кого у нас тут? Это двухэтажный, наверное, вот там ниже опустите. Да, через два. А, ну да, через один дом он следующий, двухэтажный. По-моему, там. Спасибо. Город, там ходили в кино. Меня вообще многое, между прочим, удивило. Во-первых, кинотеатр очень красивый, но не хуже московских. Это точно современный, с 3D-показом, с креслами, с удобными. Во-вторых, молодежь ходит в кино фактически бесплатно, по пушкинской карте. Оказывается, вот если тебе, допустим, от 14 до 22 лет... Ну, добрый день. Не могу найти ваш 83-й, как-то у вас тут номера разбросаны. Ага. Кто тут так нумеровал? Кто так нумеровал? Куда едем? На восток. Ну это понятно, точнее. На полтинник, части МЧС. МЧС? Ну, там для на Полов. Да. Ты повествует, рассказывает историю, но это